Петропавловский молодежный ресурсный центр и предприниматели организовали праздник для сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей. Спонсоры организовали бесплатный обед в одном из кафе областного центра. Ребята играли в различные игры и наслаждались сладостями. Подробности далее. Благое дело поддержать детей из малообеспеченных, многодетных семей и сирот и подарить им праздник. Сегодня подобное мероприятие прошло в одном из кафе Петропавловска. Для детей накрыли широкий обеденный стол с угощениями, а также вручили подарки. Среди пришедших на праздник Полина Тельнова из многодетной семьи. Спасибо им большое, то, что, не знаю, помогают там тем, кому как бы серьезно нужна помощь. И те, кто не могут как бы сходить и себе такое позволить. Организаторами праздничного вечера выступили городской молодежный ресурсный центр и местные предприниматели. В мае они оказали помощь 60 семьям областного центра. Хоть таким способом, скажите, проявить не интерес к ним, а что о них не забывают, многодетные семьи, за которыми мы пытаемся ухаживать, и не забывать их, помогать им материально и соцпакетами. В благотворительной акции приняли участие 20 детей. Но на этом праздник для них не закончился. Ребята смогли прокатиться на аттракционах и порезвиться с аниматорами. Аида Ермекова, Раимбек Бегужаев, служба новостей.